Всем привет, ребят. Ну что, как обычно, у нас сегодня трешечок на моем твинке на английском сервере. Че топовых плюх. Уже задрали они, конечно, с этими удешевлениями. Почему задрали? Потому что ну, не успеваешь качать героя. Вот опять красные кристаллы просто некуда девать. Ты ничего с этим не поделаешь. Так, что у нас интересного есть? Давайте пооткрываем сейчас скины. Я говорю скины. Не скины, а плюшки. И докачаем скин на фрайку, на максималку. Заберем еще камешков. Маловато, маловато, конечно, отсюда камешков падает. Сейчас их поболее будет. Но их и открывать, к сожалению, не могу. Из-за того, что у меня пирамид, опять же, тех же самых красных камней. Так, давайте немножко их подсорьем. Только таким образом можно открывать итемы. Я немножко не туда залез. Вот смотрите, минус 9000 сделал на ровном месте. Ввели бы функцию передать, либо увеличили уже алтарь, не знаю, там до 100, до 200 тысяч, потому что 50 тысяч, ну это нереально, особенно на этом сервере. Вот видите, с каждым открытием еще плюс 80-80. То есть 10-20 сундуков и у вас уже, точнее, 1000 или 100, и нормальная прибавочка будет. Так, ну эти я открывать тоже не могу из-за того, что у меня камешки. Так, забрали. Поехали. Посмотрим, что там у нас в Shopping Spree сегодня есть, что интересного продают. Так, есть первые, опять же, вторые, космо можно. Ну, смотрите, какие плюхи, 50 уже камней дают. Неплохо, 1500. Tower Gifts мы забрали, Treasure Chest. Ну-ка, давайте сначала посмотрим, что там у нас по плюшках получилось. Докачать ару. На битву гильдий. Надо будет его потестировать уже тоже на максималке, посмотреть, какой у него будет урон, статка. Ну и дальше сейчас посмотрим, кого качать. В принципе, там еще на двоих героев, а то и на троих камешков у нас есть. На двоих, на 2,5 даже. Ну, в принципе, если забрать еще коллекционера, ой, не коллекционера, а хрустальный, то там еще будет на двоих. То есть, как видите, сейчас уже не проблема. Закачайте, завтра у вас будет интересный, ой, не на того зашел, интересный видосик по поводу прокачки. Некоторые герои, точнее аккаунтов, а не героев. Потому что многие, как на удивление, еще до сих пор топят за русский сервер. Не знаю почему, но я просто вам покажу разницу. Что можно получить тут и там. Такс. Ну что, давай докачивайся. В принципе, можно уже 350 тысяч докачать.
вроде ресурсов хватает, камешков хватает, но они дешевеют, то, как я и говорил, то где-то к 10 числам, когда будет обнова, дешевеет еще на больше. Можно будет реально за копейки купить эти камни и не париться, как я парюсь сейчас. То есть дальше прокачка будет еще дешевле. Ну, честно говоря, 20 и 30 разница есть, но сильно роли там не играет. Итак, оп. Так, ара у нас теперь максимальный. Кого из таких востребованных героев интересно было бы посмотреть? Валька, Трифит и Рибит, в принципе, тоже неплохо. Там дальше уже пошли повторки. Кстати, одержимого можно тоже качнуть. Как вариант, он должен дамажить неплохо. Давайте Удера начнем. Так, окей. Поехали, посмотрим, что там у нас еще за плюхи нам дали. Ничего такого интересного. Старенькие мешки с Асуриком. Как видите, в этих акциях, ну, в принципе, довольно-таки часто дают. О, Валентинка, блин, это бы Вальку на десяточку. Там у нас не хватает Вальки и землеройки. Еще даже Smashing Hit есть. Интересно, интересно. Кенди. Или он, как видите, здесь опять же очень-очень много героев дают. Ничего себе, Леди Леон сыпали прям. Ну-ка посмотрим, что у нас будет тут. Три попытки всего лишь, обалдеть. Всего-то. Ну, как обычно, идем в императорскую, надо слить. Уже традиция. 44%. И опять фейл. Даже 90% у нас было, все равно фейл. Такс. Вот такая вот акция у нас есть интересная. Тоже сейчас поиграем, посмотрим молоточки. Какие шансы. Может, сможем словить Космо или Балазулю. Ну, смотрите, эмблемка упала, шестая. Посмотрим, какие шансы. Все, полный сундук. Ну, куча героев разных, расходников. Ну, если для начинающего аккаунта, это реально... Очень неплохие плюхи. Для меня это понятно уже. Уже не то. Ну, 100 дают. То есть, по сути, каждый клик здесь
150, да, 150, ну вот 45 косамов. И как видите, мы ничего такого особенного не вытаскиваем. Раньше когда-то это было реально одна из топовых, вот опять шестая, одна из топовых акций, потому что можно было реально затариться на то время, как только она появилась. Я сюда миллион, по-моему, самов слил на русском сервере. Мы долго, мучительно, там, не знаю, по-моему, 5 видосов по 200 было. По 200 тысяч мы мучились. Пыхтели. Вот еще одна. Ну, шестые эмблемы дают. Хоть это радует. Но дальше пока, как видите, не пускает. Самые нижние дают расходники. Даже первые не особо дают. Как только запустили акцию, я реально отсюда около миллиона кулаков поднял. На то время это реально было круто. Ну, я не знаю. Варианты, как видите, словить Космо либо Лазулю такие же точно, как и словить. Получили там кулаку фигню. Точно такие же, как и словить Огника. То есть они не особо падают. И, как видите, допустим, максимум, что мы получаем, это шестые эмблемы. То есть до пятых сундуков даже не доходит. В этом плане, ну, реально, нету смысла сливать сюда. Вот я, считайте, 45К слил, и толком я ничего почти не получил. То есть там по минимуму ресурсов каких-то, которые там не особо нужны. Да, есть шансы, люди вытаскивают, там даже за пару тысячек вытаскивают, но это очень редко, кто отсюда вытаскивает этих героев. Поэтому, если есть еще такие, кто хочет играть в такие подобные акции, в надежде, что он словит здесь мега эмбу, сразу говорю, даже не надейтесь. Забейте просто. Ну, это не те итемы, которые стоят этих денег. Они вообще их не стоят, даже десятая часть. Поэтому даже не заморачивайтесь, ребят, над этим и не парьтесь, оно того реально не стоит. Все, буду дальше я качать силушку. Пишите комменты, лайки, репостики. Не забывайте участвовать в конкурсах. Всем удачи, всем пока.